Всем привет, ребят! Ну что, как я обещал, сегодня расскажу вам о случае, который произошел у нас в порту Майрана. Неприятная ситуация. В общем, в чем причина-то была трагедии? Трап установили не в том месте. В общем, он не соответствовал требованиям. То есть на фальшборд поставили. Изначально мы пришли, не было возможности поставить именно в позицию, где он должен быть. Соответственно, поставили больше дальше в корму, повыше, да? Вот. А у нас не имеется никакого трапика маленького, чтобы на состав с этого, с гангвея, уже могли спускаться люди на борт судна. Соответственно, поставили временно стремянку, чтобы у нас ничего больше не было. И, в общем, в этой стремянке я ходил, поднимался, заходил на борт. Осадки там смотрел, да, там сервер приходил, делали драфт сервей. Вот. На второй день по окончанию, соответственно, выгрузки, мы пошли все в трюм. У трапа никого не было. Пришел бобкатчик. У них такие там были правила, что их бобкат там защищают они, ну, им, а мы уже подметаем. Вот. И, в общем, бобкатчик навернулся с этого. Матрос куда-то пошел, с краской. Упал, в общем, с этого трапа, пришел, весь трясется. Трюм, я его, короче, осмотрел, говорю, что с тобой случилось? Говорю, я упал, типа, у вас, типа, трап, какого хера? Я буду жаловаться, в общем, репортовать. Я говорю, а почему ты упал-то? Зачем ты, говорю, ступил на это? Ну, мы его убрали в сторону, где-то в метре, наверное, стоял. Тем не менее, каким-то образом дотянулся до него. Короче, навернулся так, что чуть ли виском не ударился об кнехт. В общем, он показал на каску, то есть он краем каски вот здесь ударился. Если бы еще немножко, и висок, короче. В общем, счастливый человек. Ну, и мы тоже в том числе. Поговорили там и с сервером самим, ну, сервер ничего не отвечает, агент уже там рулит. В общем, через 3 дня агент послал в компанию сообщение, в общем, поступает звонок вчера днем. Смотрю, судовладелец, ну, я как раз на вахте был с лоцманом, отпустили его фьорда. И что, там, блин, на меня чуть ли там не матами, на английском. Ну, я признал свою вину, потому что, ну, я был safety officer, капитан у нас только второй день. Его я, понятно, что не буду поставлять, да и как бы, ну зачем, если я ответственный за сейфти. Понятно, что капитан за все отвечает, но он же не может. Говорю, еще только приехал, контролирует. И с нашим судовладельцем только так, если ты будешь начинать отмазываться, что там, с какие-то причины, он будет еще больше злиться. Всегда за свои поступки нужно отвечать, это самое главное. Я стараюсь в жизни всегда делать так. Что-то накосячил, признал. Не накосячил. Я не признаю то, в чем я не виноват. Хотя в некоторых случаях лучше признать, хоть ты даже и не виноват, лучше признать, но я все равно это никогда этого не сделаю. Потому что это неправильно. Вот. Сегодня он приезжал уже на борт. Он ко мне говорил, что все, это последний контракт мой в море. В этой должности, в этой компании. Биджай вообще, вот. Но это у нас такое, он как бы с пылу, так скажем. Тем не менее, неприятный разговор, конечно же, ребята, с судовладельцем напрямую, общаться по телефону, объяснять всю ситуацию. Потом я еще отписал сообщение вообще со степ-бай-степ, как было, потому что этот рабочий, когда уходил, я ему сказал, не выходи, мы сейчас трап переставим. Вот. Он все равно выскочил и убежал. Ну как человек вот так вот пострадал? Кто еще потом пожаловался. Дальше нарушает, короче. Прыгает. По идее, на борт они тоже не должны подниматься. То же самое, если я к вам приду в дом, да, в ваш огород, там, начну, не знаю, там, морковку воровать, блин, сломаю себе там ногу, лягу и вызову полицию, скажу, у них тут это самое, огород, небезопасно сломал ногу, пожалуйста, накажите вот этого владельца. То же самое, он пришел на запрещенный объект, там стоит табличка ASPS, да, только для людей, ну, которых уже проверяют по ID-карт, записывают в журнал, все как положено. Но так как этого уже никто давно не делает, а должны, мы это делаем. Поэтому он зашел, тоже в каком-то смысле нарушен. Ну и то, что ты падаешь, что-то ломаешь, это только твоя вина, ты должен смотреть твоя жизнь, твое здоровье. Но в Европе, в Скандинавии это везде так.
всегда они будут, конечно же, винить нас в этом. Это наша задача — обеспечить безопасность. И вот на таких случаях именно мы и учимся. Иначе никак. Поэтому я вам сейчас эту вот ситуацию рассказал, ребят. Вот то, что со мной было, что сейчас опять произошло, это очень хороший пример тому, что бдить нужно постоянно. Вот на контракт приехали с первого дня и до последнего. Пока вы с трапа не сойдете, там уже другая бдительность на суше. Вот. Судно — это опасный объект, поэтому здесь нужно смотреть в оба. Вот матросы пошли, допустим, сейчас будет волнение усиливаться, они ничего не сказали, просто попиздовали туда и все. Что с ним взять? Этот еще пошел сейчас вон вообще на бак крепить. Короче, как вот с ними работать, ребят? Просто не понимаю. Ну да ладно. Все, вкратце и так. В общем, ребят, приходите на TikTok-канал, также у меня там сейчас постоянно 8 утра по московскому онлайн-трансляции по возможности. Поэтому по вечерам бывает выхожу. Всем спасибо за внимание, пока.